Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна, рада приветствовать вас, и сегодня хочу снова рассказать о том, как я буду сохранять свою малышню. Вот смотрите, это одревесневший уже черенок, его, в принципе, можно высадить в открытый грунт, но в следующем году он пойдет у меня на продажу, поэтому я его буду, вот он будет так зимовать, либо я присыплю чем-то в ящике, либо прикопаю, то есть там уже буду действовать по ситуации. Далее, что касаемо, а, кстати, вот еще. Вот, смотрите, тоже Strawberry Blossom начал тут потихонечку тоже одревесневать, он тоже так же и останется. Дальше, вот эта крупнолистная гортензия, она очень маленькая, то есть она будет сохраняться у меня, скорее всего, в домашних условиях. Вот, там, конечно, посмотрю, может, у меня и будет и подполье какое-то, но пока вот думаю, что на данный момент в домашних условиях. Вот эта гортензия, она побольше. То есть она как бы объем горшка у нее больше, но она тоже, вот как бы, ну, она небольшая. Поэтому либо в домашних условиях, либо я ее занесу в подполье. Там уже тоже все будет зависеть по ситуации. Эти дамочки так и будут зимовать, то есть я никуда их ничего не буду делать. На выходных в планах еще, конечно, у меня собрать черноплодку, начать укоренять пеларгонии и так далее. Вот, всем пока-пока.